Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и описание к ним. Джованни Франческо Гверти. Лот с дочерьми. Холст масла 145 на 165. 1617 год. На картине изображен эпизод из жизни Лота после того, как он оставил Содом, который был истреблен Богом вместе с жителями за беззаконие. Действие происходит в пещере, где праведник поселился с двумя дочерьми и сказал старший и младший: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восстанем от отца нашего племя». Одна из дочерей приносит отцу чашу с вином, другая затаенно смотрит на происходящую сцену, выхватывает из мрака огонь светильника. Ну, вот такое описание картины, которая называется «Лот с дочерьми» Джованни Франческо Гверьери, я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.